Ненормативная лексика, поэтому 16+, мать твою. Всем привет, меня зовут Артем, вы на канале A-Video Games. В общем, до сих пор я в ахуе от того, как вчера нас в Resident Evil крокодильчик съел. Вот, поэтому сегодня Black Mesa. Вот, но тут, походу, сейчас будет не легче поначалу, потому что, насколько я помню, остановились мы на том, что мы стоим в комнатке, перед нами кнопочка, перед кнопочкой перед комнатой такая капсула с каким-то уродцем. Я сделал вывод, что сейчас мы нажмем кнопочку. Вон он, кстати, да, вон он стоит. Сейчас мы нажмем кнопочку. Сейчас мы нажмем, блядь, кнопочку, и уродец вылезет, и будем мы убивать уродца. Да. Это кнопочка, да? Да. Что такое? Я что-то вообще, блядь, не понял. Может, не надо было нажимать? Нет. А что с ним случилось? Короче, это был самый сложный босс в моей жизни. Прям наисложнейший босс. Всем боссом босс. Чё, куда? А, мы отсюда пришли. Не, чё-то какая-то хрень вообще. Так, ладно. Ну, пойдем. Так, идем дальше. О, кружка. Кружка с логотипом Half-Life. Кстати, да, напомнила мне кружка. Так, понеслась. Чё, где, кто, кого? Нигде никто, никак никого. Цик. Push to fire. Аба. Нормальный такой. Fire. Это что такое нарисовано? Это что за хрень такая? Ну ладно. О, ланч. Опа. Что происходит? Что тут вообще за хрена? Какая-то херня стреляет какой-то херней. Короче, я вообще ничего не вкуриваю. Так. Куда мы бежим? Что тут происходит вообще? О, кровища. Кровища. Не открываемся. Так, в лаборатория А. Микро. В микро бежим. Микро. Пошел в жопа. Все готовы? Отлично. Зачем, 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 зачем нам нужен лук? Не лук, а арбалет. Значит, мы будем опять ползать, блядь, ползать, плавать под водой и стрелять. Фильтр пидорасов. Что тут вообще происходит? Какие странные места. Какая странная непонятная хрена-то кругом творится. Смотрю, то же самое. Опа. Ой, а что это я сделал? Вон это стоит, джиглин, блядь. Что происходит? Типа все, всех разъебало и все хорошо, да? Дверь открывается, да, надеюсь? А ты мне не нету. Так, опер. Вон там крикозябер выходит. Смотри-ка, я крикозябера выпустил. А теперь по нему надо push to fire, да? Оба, давай. Ну-ка, давай, 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 давай. Отвернемся, это было ярко. Давай. Да. Ай, как круто. Какую хрень придумали, а? А что, все можно? Дверь-то откройте нам. Все, да? Все, мы всех убили, все отлично. Охуительно.
И все это было ради вот этого вот одного крокодильчика. Хрень какая-то вообще. Чувак, чувак, очнись. Очнись, чувак! Когда взял ипотеку и тебя уволили на карантин. Точняк. Охрана, представьте ваш ИН дежурному сотруднику охраны. Ваш ИНН, наверное, имя. Ладно. Какие тут странные места. Мужская раздевалка или туалет? Тихо. Не искрить. Не искрить мне в глаз. Так, что здесь такое? Что здесь происходит вообще? Что это за херня такая? Опять тут бумага туалетная. Никто посрать-то больше не попросит. Никто не обосрался в туалете. Оп, оп, тот сидит, смотри, смотри, сидит. Блять, как читается, не знаю. Короче, туалет оккупирован написано. Оккупировали толчок, суки. Сначала он ссал в писсуар, блять, теперь писсуар ссыт на него. Весело? Так, куда дальше? А дальше все вообще хуй поймешь, чего. Погоди-ка. А, это я дальше прошел через толкан, да, можно дальше, да. Ну, пойдем. А в Же нельзя заходить. Блин, мы же не Же, хуй нам делать в туалете Же. Как тут всего много, а? Это что такое? Патроны, сука. Но брать их нельзя, потому что у нас они полные. Так, о, очередной охранник. Если он будет со мной ходить, будет весело. Вдруг он на Адольфовича похож. Ой, блядь. И тут он что-то не срослось у них. Эй, привет. Чё там говоришь? О, здорово. Это бесполезно. Там все перекрыто. Единственный способ выйти, это найти кого-то с доступом к сканеру, чтобы открыть главный вход. Почти уверен, что несколько ученых прячутся где-то в этой лаборатории. Может, если будем искать вдвоем, сможем их найти и попросить выпустить нас отсюда. Давай. Давай искать с тобой вдвоем. Где вам искать? Пойдем туда. Мне кажется, там кто-нибудь у тебя под носом прятался, ты просто туповат. Да тут они не прячутся, они все дохлые. Да, тут, судя по всему, вообще была лайка, короче. Искать тут, видимо, нечего и некого, судя по всему. Так, тут чё? Тут ничего. Доктор Н. Айерс. Пойдем. Понятно, валим отсюда. Пошли. Ты валишь со мной? Слушай, а ты со стволом хоть? Он, походу, без ствола. Ну, дробовика у него точно нет. Ты думаешь, что это учение, а? А, не-не-не, смотри. Кобура, по-моему, да? Точно, у него ствол обычный, пистолет. Ну, конечно, это не Адольфович, у того дробовик был. Тот всех мочил, а это чья будет, блядь. Пукать из своей пукалки. Так, пошла загрузка. Ща посмотрим, что будет дальше. Так, погнали. Ну ты со мной в каске? Ты чего-то ждешь, да? О, блядь. Ты дурак, что ли? Издеваешься? Хватит тратить время. Я... Я тебе кину сейчас гранату, сучка!
Готов. Не надо мне тут гранатить. Ты жив? Молодец. То разорвались. Прости. То разорвались уже, кидай гранатами. Так, надо на что-нибудь это, то мало еще глюканет. Так, ладно. А что это? А, это у меня еще там. Арбалет. Отлично. Отлично, тут что, сейчас можно надыбать? О, я и дробовишок взял, да? Это вообще радует. Тут много всего интересного, как, а? Так, а ты тут со мной? Молодец. Все. Ну, конечно, револьвер прям дает толк явно. Ух ты, сколько тут патрошек, сколько тут всего. Так. Ну, пошли. Пошли этих петушар мочить. Что ж, хуже быть не может. Или может? Не знаю. Не знаю. Чувак, а что такой губастый? Ты себе ботоксный, что ли, блядь? Так. Так, так, так. Давай посмотрим здесь. Доктор мертв. Ищем другого доктора. Чувак, твой коллега лежит. А я даже внимания не обращаю, ему похеру. Он себе губище накачал и ходит, довольный. Ну, насрать. Еще один твой. Так. Ух ты. Да вот что-то сыкотное прям происходит-то. Телевизор в фоне. Китайский. Это с Алиэкспресса, походу, смотри. Эй, и Sony в фоне. Этот бронежилет меня полнит? Я же говорю, пидорас, блядь. То губище накачал, то такие вопросы задаешь. Ты дурак, что ли, совсем, блядь? Мурашки по коже от этих тварей. Если бы ты знал, что у меня от этих тварей. Да что ты невероятный, что ли? Пойдем сюда, зайдем. Все мертвые. Вообще делать нехрен. Вот что мы с вами пришли? Что вообще тут делать? Вот можно... Ты кому-нибудь сказал встретить нас здесь? Заебать всех, да, можно? Нет, ты только не выходи. Сейчас где тут что-то как-то съебет. О! Понятия не имею, что мы делаем. Я тоже. Вот веришь, я реально тоже понятия не имею, что мы делаем. Что тут вообще за хренота такая? Мы тут всех убили в этих капсулах, нет? Ты убил окорочка? Молодец. Без обид, хорошо? Чё без обид? Чё происходит? Чё тут за хренота вообще? Так, давай-ка ещё раз. Фу, откуда мы пришли? Вот отсюда, вот, насколько я понял. Прижмите мою, противник! Подожди-ка. А где ботоксный? Лучше перезарядиться. Ты что, в двери застрял, что ли?
Лучше. Пошли, слышь? Позвольте отойти. Пошли. Блин. Он спрятался на самом деле. Я сделал вид, что в двери застрял. Куда больше? Что? Извини, приятель. Беги, ботоксный, блядь, беги. Ни хрена себе, блядь. Слушай, а может попробуем это, чтобы ботокс снова не убили? Давай попробуем загрузиться, а? Мы же далеко сохранились, нет? Надеюсь, что нет. Вот это да, вот это. Так, все, ты тут, блядь, аж напугал, а? Так, правильно, мы тут. Слушай. Дальше не пойду. Дальше не пойдешь. Все, стой тут, а ты где пиздец. Ты такого не вынесешь. Выкуси лёд! Получи! Так, стоп. Мать-то, а? Сука! Нет, мне надо, чтобы он жил. С ним веселей, реально с ним веселей. Блять, еще вас мочить-то, а? Петушары-то вы такие, блять. И гранат-то нету, да? Вот такие гранаты. Думаешь, кто-нибудь вообще это поверит? Все кончилось. Ботоксный, ты сюда прибегаете, забыл сказать, что стоял, да? Не, ну все равно. Вот сейчас мы разобрались с ними. Да. Вот сейчас вот мы их это, на армуль так. Кто это были вообще? Это такая же чертила была, которую вначале мы током убили. Да, я подумал, что это будет босс, а это оказывается теперь. Да, ботоксный, это я отойду. Полна. Так. Короче. Можно идти дальше, можно идти дальше в другую сторону. Ну давай пока сходим. Выдвигаемся. Пойдем дальше, сходим вот сюда. Тут закрыто. Блять, уже открыто. Только что красная была. Ты определись уже. Дверь. Тут зеленый. Тут что? Куда только не Энергия. Энергия. Ты, сволочь. Он, я стреляю, он ругается, он их обругивает, я в тебе бежит за мной. Крендель, а сука. А. Снова пушнут, пушнут. Мы заблудились? Да не заблудились. Пушнут-то, блядь, надо было. Ну, если б знать. А то хуль толку. Пошли обратно. Тут делать нехрен. Тут делать нехрен. Давай туда, да-да, сюда сходим. Ты бежишь? Тут тоже делать нехрена. Вот, вот надо, можно было их убить, короче, всех вот от той кнопки сверху. Но кто б, блядь, знал? Я сюда иду? Еще один доктор. Хорош. Ботоксного, а то мне скучно будет, блядь. Отличная. Что? Что такое? Кто тут с кем разговаривает? А я что такое, сварочный аппарат стоящий? Ну черт меня раздери. Кажется, я только что нашел наших ученых. Кажется, главный вход больше не вариант. Знаешь что, я подожду здесь и пригляжу за ними, пока ты не найдешь способ вытащить их оттуда. Только я не потеряйся. Я что-то не понял. Ты кого нашел-то? Вот эти кишочки от них, что ли?
А, блядь, вон они стоят, где-то там в двери далеко-далеко. Ну давай. Охраняй, губастый хрен. А я пошел. Так. Так. Ой. Тут целые лаборатории. Ты слышал это? Ты слышал, как из жопы падает? Он так полз вообще к Николе. Бочком, бочком. Хорошо, меня переконило, бочком пополз. Ты, говорит, слышал? А хули тут слышать? Что тут делать вообще? Что за звуки, как будто стрекоза, стрекозел летит. Отлично. До соточки. И кули дальше вопрос. И кули дальше. То есть тут не вариант вообще тут туда не попасть, да? Или тут опять что-нибудь надо отстрелить через сеточку, чтобы у меня дверка открылась, нет? Нечего туда отстрелить-то. Да, видимо, нечего. Жаль. Очень-очень жаль. Пойдем. Сторожишь? Сторожишь. Ну что, получается, я обратно иду? А нахрена мне обратно? Куда-то, куда я еще не ходил? Туда, где меня нет? Да, чу. А, вон туда вон мы не по... Да, тут дверь открылась. А мы сюда не пошли. Да. Погоди. Тут я был. Тут я был, тут делать нехера. Ну вот тут я, видимо, не был. Да ни хрена мы тут с Ботоксом вместе были. Да, да, мы тут были вместе. И чё делать? Чё-то я вообще не втыкаю, слушай. Чё-то я не втыкаю. Вот тут, насколько я помню, это мы сейчас вверх попадем вот этой комнаты, где можно было кнопочкой push to fire уничтожить этих верзил двух. Ну как бы дальше чё? Может, тут можно push to fire и что-нибудь еще появится, нет? Ну, push нет. Кули нет, как говорится. Что, push нет? Отлично, молодец. Пойдем сходим, посмотрим. Вынесите меня отсюда. Спасибо. Так. Как бы и на этом все. Неудивительно, что на этом все. Тут, в принципе, делать-то и нехрена. Вон чей-то торс без ног, без башки, без рук лежит. Ну ладно. Пускай себе лежит. Так, мы-то чё? Мы-то чё, куда? Слышь, Ботокс, что делать-то, скажи? Ну? Как это, собачка в моей машине? Которая... Еще раз давай, поверти балду. Давай. Давай. Оп. Я же говорил, с ним веселее. Так. Чё сюда сразу не побежал?
хули я сюда сразу не побежал, я что-то не понял. О, смотри. Сколько всего интересного. А там целый мир уродов. Оп, стоп, что там в стекляшке? А, это вентилятор, я думал, там вот стоит, блядь. Я думал, еще одного ботокса найду, будет вдвойне веселей. Ну да ладно. Оп. Ты что такой, тебя можно есть? И что за... Алло. Хе-хе-хе, нормально такая хуйня. Что это такое-то? Все, я понял, это мой новый вид оружия. Или не оружие, хуя знает, что это такое. Будем понимать, будем разбираться. А там вон этих... Ой, пиздокрабов сколько, господи. Взял, ебнул мне еще. Ну, вон он доктора доедал там. Сухарики. Чё? Да ну нахрен. Эксперимент Gas Feed. Yes. Экспериментальный газ. Вон и клешни нарисованы, и пиздокрабы, все нарисованы. Так. Дай-ка мы пока пройдем-ка дальше. Можно дальше, а можно еще наверх, да? Правильно? Сколько тут места? Заблудишься нахер. Заблудишься нахер. Так, не. Давай все-таки делать все как-нибудь по пути. Ну, пойдем. Пойдем, потратим. Ты где? Ну, все. Много вас тут еще? Чебуратора. Молодец, ученыш. Умри. Умер? Отлично. Да еще такое. Живительная влага. Смотри-ка, еще две приказя взяли. Че это за херня? А че это за такая хрень? Интересно. О, вот этого мне было нужно. Очень-очень. Во! Тут, походу, больше ни хрена нету, да? То есть, по факту, мне теперь идти либо дальше, либо наверх. Что, у нас два пути? Какой путь по пути, получается, у нас? Путь по пути, назад, наверх. Вот. Пошла загрузочка. Так. Ладно, надо уже на сегодня завязывать. Тем более без ботоксного остались. Уже теперь будет скучноватенько. Сейчас загрузочка пройдет. Как вчера, ёпта. Для любопытства глянем. А что там дальше? Сдохнем и закончим. Телевизор в фоне. Ой. Там, что вы делаете? Смотри, по ним пуляет вояка. И не мочи, я подожду. Пусть воюют, мне-то хули, да? Да давай-ка попробуем. Ты что сразу кидаешь? Че это за хрень? Че это за хрень? Че-то они заклевали кого-то, что ли там? Короче, я вообще ничего не понял. Понял, что ли? Ну, сучка. Я за тебя воевал с ними. Сучка. А, сдох. Пидерсия. Так, что-то я не понял. Подожди, сколько у нас их этих? Хрени, 12. А что, он по 3 сразу кидает? Или это я так неудачно кнопку удержал? Не.
Так, ладно. Давай-ка мы вот тут вот сохраняемся. Пока не сдохли. Вот. И продолжим уже в следующий раз. Спасибо огромное за просмотр. Если понравилось мое видео, ставь лайк. Подписывайся на канал, если еще не подписан. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Вот. А дальше у нас Hitman и Resident Evil 2 ремейк. Все, давай. До завтра.